Дорога блестит, Леха. Разочаровался, что коньки с собой не взял. Вот он, утренний Брест. Погода лютая. Лютая погода. Поедет непонятно. Ну как передвигаться? Занеси меня в красную книгу, если кажется странным мой прикус. Но мы дети не неба индиго, не снаружи, не, а внутри, да. Я не видела дня и ночи без сна, в этом море миров я волна. Я не видела страх так давно. Минута славы, пацанов. Ну что, ребята, как настроен? Передайте привет маме. С пацанами, может, тренировочки и открытие соревнований. Скоро будет жаркий бой. Выезжайте. Выезжайте. А вот еще ребят. Девушка центральная. Вот красиво. Нас так часто выбирают, словно кастинг в фильме. Не похожи на других и значит сразу фрики. Нас так часто видят так, как им внушили фильтры. Но мы те, кто есть внутри, без этой лишней пыли. Так много взглядов ловили, как прокаженные в Риме. Надеясь на перемирие, ведь мы давно нелюдимы. Корабль не плывет, если объявлен штиль. И звери не едят зверей на водопое в мир. Привет. Но не замерзай, загляни в глаза, загляни в глаза мне, загляни в глаза и прочитай. По поле туда. Да-да-да, добавляем вот, стой. Вот, на камеру, корпус. Так много книги, так мало мира, но я буду сильна. Я буду сильна. О том, что в мире, где нас растили, так много книги, так мало мира, но я буду сильна. Я буду сильна. Финальный день 5-го международного турнира памяти Морозова, город Брест. Поднимемся на самую высокую крышу. Будем стоять и считать. Победителем наших соревнований весовой категории 40 какие-то из них покажутся мне. Игра непростая, но должна получить.
Yeah.